Вот такой у меня путь домой. Это трасса. А вот это лес. И выхожу я в лес. Ну, минут где-то 8-9. Таким, если бодрым шагом. Лес отличный. А сзади осталась трасса крымская. Вот такие вот у меня тут места. Уже окраинами рифы. Отличный лес. В принципе, почти чисто. Тут, видать, когда-то была дорога. Но ее засадили. Вот. Теперь тут вот молодничок такой. Я себе уже пару елок здесь присмотрел. Для дома. Ну, пасмурно в такую погоду, конечно. Как бы. Ну, это все в 5 минутах примерно от дома. Такое дерево грозное, монументальное. Вот это вот озеро. Сейчас я на него выхожу. В этом же лесу. Ну, озеро, в принципе, маленькое. Но выбежать, охладиться летом можно запросто. До озера мне метров 400 где-то от дома. Оно глубокое. Ну, по центру 7 метров. Говорят, ну в этом чуть-чуть еще и вода упала, наверное, 7 это много, вот, ну, наверное, 5 метров реально, вот, искусственное, тут фонари горят, вот это такой вид у меня из калитки, вышел, вот там вот лес, вот на горизонте, вот там, да. Ну, видишь, можно сделать какие-то, ну, спортплощадку или там скамеечку поставить просто и все. Вот, захожу, вот это вот мой домик. Домик такой серьезный. Вот, большой гараж. Вот. Летняя кухня дальше. Вот второй сарайчик. Ну, меньше, чем первый. Вот, захожу. Тут виноград. Такой диковатый уже. И вот ступеньки в огород. Огород с газа засох. Начал знакомый его с косой. Вот и вот тут до деревьев. Вот это моя делянка.